Теперь я читаю Псалом 76. Начальнику хора Идифумова, Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона.